С января в этом году капитально благоустроят придомовые территории на улицах Целинников и Сергея Табулова. В администрации города сообщили, что к работам приступят с установлением благоприятных погодных условий. Как и в предыдущие годы, все работы будут проведены с нуля. На первом этапе будут заменены подземные инженерные сети, и уже потом начнется благоустройство. Вообще основные по плану мероприятия НИС, значит, Табулова 131, Табулова 133, на Табулова 135 по плану мероприятия НИСИ, РСВН, Ахишан, Хауду. Значит, Хишавад Родивков, Тахша, Шамай, Целинников, Целинников, Форум, Ирдек, Хайсарстан, Маши Астфаразен, Целинников 7, 8, 9, 10, 11, Исака 62. В прошлом году в этом направлении была проделана колоссальная работа. В самых густонаселенных районах города удалось полностью или частично благоустроить дворы. Так, на улице Гафеза капитально отремонтированы все дворы многоэтажек, на улице Целинников – частично. Теперь жители многоэтажек, которые долгие годы жаловались на плохое состояние дворов, в дождливую погоду невозможно было ни пройти, ни проехать, а летом поднималась пыль, уходят в чистые благоустроенные дворы. Проблема решается планомерно. Есть уверенность, что в ближайшие несколько лет все дворы муниципальных домов будут капитально благоустроены. Кочева, Сармат Гузитаев, информационный выпуск сегодня.